можем ли мы здесь повернуть налево? Можем. Включай поворотник. По правилам дорожного движения. А почему ты здесь можешь повернуть налево? А потому что мы видим дополнительную информационную табличку, что только прямо для грузовиков. А мы совершенно спокойно выезжаем. Давай. Пропускаем вот этот встречный транспорт и прекрасненько поворачиваем налево. Вот такие простые правила.